Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, гости моего канала. Сегодня я вам хочу показать и рассказать об одной из, скажем так, красивейших и дорогих банкнот на тот момент. Момент это 2003 год. Данная банкнота уже выведена из обращения и не находится в обращении. Данную банкноту я выменял в Казахстане у известного канала на YouTube-просторе под названием ИП. Вот. Поменялся я с Сергеем Леонидовичем Перхальским. Данный материал обмена я выставлю фотографии на мониторе, вы сможете их увидеть. Вот, обмен произошел быстро, скажем так. Давайте посмотрим, что же себя представляет данная банкнота. Данная банкнота находится в отличнейшем состоянии, в прессовом, уголочки все целенькие, ничего не загнуто. Она ее даже выгибает от такого состояния. На лицевой стороне мы можем наблюдать портрет персидского ученого Аль-Фараби. Годы жизни его это 872 год, и годы смерти это 951 год. Вот. Также мы можем в верхнем левом углу наблюдать номинал, также год печати банкноты на казахском Казахстан Ултык Банки, герб Казахстана и серийный номер. Также имеется металлизированная защитная полоса, многочисленные казахские орнаменты. Здесь вот надпись по-казахски. Наверное, что подделка банкнот преследуется по закону. Скорее всего, написано. Потому что действительно, подделка банкнот преследуется законом. Также видим просторы степи, казахстанские степи. И на оборотной стороне у нас знаменитый барс. Данную банкноту еще называют снежный барс, потому что на обратной стороне у нас изображение снежного барса на фоне гор. Также имеется номинал банкноты в углах и возле барса. Имеется такая вот голограмма «Он мын тенге», 10 тысяч тенге. Имеется флаг Казахстана и надпись 10 тысяч тенге. Банкнота, на мой взгляд, довольно-таки красивая и очень шикарная. Вот такое вот, друзья, у меня было пополнение данной банкноты. На данный момент с периода по 94 с 2003 года по обращению данных банкнот у меня осталось всего там 3 банкноты доложить. Это 500 тенге одна банкнота и 2 банкноты по 2000 тенге. Вот. Ну, это, я надеюсь, дело времени, скажем так. И скоро я это закрою, все данные огрехи. Но по самой банкноте номинал, я уже сказал, 10 тысяч тенге, год выпуска у нее 2003. Длина банкноты составляет 149 мм, ширина банкноты составляет 74 мм. Материал, бумага, цвет бумага белый. Вот. Подпись у нас имеется Марченко. Так что, друзья, кому понравилось данное видео, пишем комментарии, ставим лайки. Всем до новых встреч, всем пока. Ну и ссылка на канал ИП будет ниже в описании под данным видео. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока.